За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка, це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Жителям временно неподконтрольных территорий должны выплатить пенсии и социальные выплаты, постановил сегодня Высший административный суд. Почти год миллионы людей оставались без денег. В ноябре прошлого года пошли в суд. Десятки заседаний и апелляций. Власти пытались отказать жителям Донбасса в выплатах, но сегодня служители Фемиды отклонили кассацию Кабмина и решили, что пенсионеры, независимо от того, выехали они из зоны боевых действий или нет, должны получить свои кровные. Адвокаты настаивают, люди вправе рассчитывать и на индексацию. Выплаты можно возобновить было с самого начала, просто перечисляя деньги на счета, лицевые счета каждого отдельного человека. Это их право. А кабинет министра вместо того, чтобы придумать как, просто их лишил. Мы обязаны убрать все эти бюрократические преграды. Мы должны дать возможность каждому человеку, каждому гражданину Украины, всем, у кого есть украинский паспорт, быть уверенным, что какая бы сложная ситуация ни была, как бы нам ни было тяжело, но они получают свою пенсию, они получают социальную защиту со стороны государства.